Блин, да с такими запасами золота можно себе просто ни в чем не отказывать. Можно жить припеваючи все время, все оставшееся наше выживание. Там столько этого золота, камни и еще куча могил. Блин, эту могилу я откапывать, если честно, пока что не хочу. Хрен знает, что там может быть вообще. Но мы должны это сделать, как бы мы будем не мы, если мы не в Иреме. Только не призрак, только не призрак. Эбонитовая пробка. А для чего она нам нужна? На самом деле, между тем, как я нашел это огромное кладбище и сейчас вот продолжил играть, прошло довольно-таки до хрена времени, и я за это время успел посмотреть, как призвать свою сестренку, эту подружку шизанутую. Блин, как непосвященный человек может вообще догадаться, что с этим цветком рядом нужно убить какого-то моба, чтобы она ожила? А как это можно вообще было понять? Ни одной подсказки в игре нету. Нечестно. Так что сейчас, перед тем, как идти на то кладбище, чтобы не сдохнуть от какого-нибудь призрака или от целой толпы пауков, нам нужно бы пойти и где-нибудь грохнуть какого-нибудь кролика или что-то типа того. Так что дожидаемся утра и отправляемся искать какую-нибудь живность. Валим, валим отсюда. Здесь я точно не хочу ничего искать, потому что там, блин, столько всякой гадости. А почему я так медленно хожу? О, атаковать! Есть какая-то живность. Не-не-не-не-не-не. А это я передумал. Все. О, попугай, например. Нам подойдет попугай, нет? Сквак-сквак. А, подожди, то есть я не могу с тобой ничего сделать, да? А лопатой, может быть, тебя грохнуть там, я не знаю, чем-нибудь еще. Вилами, например, топором. Нет, ни хрена нельзя с этим сделать. Как вообще можно найти какую-нибудь живность и грохнуть ее рядом с этим цветком? Давайте, лягушку, точно, лягушки. Лягушки наше все, лягушки наше спасение. Самое главное, чтобы эта лягушка не оказалась какой-нибудь ядовитой тварью, и чтобы она не убила нас. Так, давай, смотри, вот цветочек, бросаем его, где? Атаковать. Нет, в смысле? Она далеко. Да. О, хорошо. В смысле кирка? Мне из лягушки выпала кирка? Неважно. Так, ну что, Эбигейл, как мне можно заставить тебя сделать что-то? Я тобой не могу управлять, что ли? В смысле? Я же вроде как ей можно управлять. Похоже, что нифига. Ладно, она будет атаковать хотя бы того, кого я хочу. Давай. Жри ее! Нет, сколько лягушек! Откуда их так много? Мне нужна еда, давай. Ты должна сделать это. Помоги мне. Я не знаю, сколько у тебя жизней. Ну ладно. Блин, давайте ей поможем. По-моему, мы должны ей помочь хоть не... В смысле? Я за один удар положил просто всех. У нее грустное личико. Блин, у нее значит мало хп. Я просто посмотрел гайды. Теперь я прошаренный. А, нет, все, у нее личико больше не грустное. Подождите. Для того, чтобы похилить, нужно сделать какие-то бинты или. Я, походу, зря тогда сожрал то брюшко комара. И, походу, она предназначалась именно для нее, а не для меня. Ладно, все, валим. Помощница у нас теперь есть. Теперь мы можем хоть как-то дожить здесь. И мы можем пойти на то кладбище, смотреть вообще, что там есть, и раскапывать все могилы. Одну мы уже раскопали, я не знаю, что меня ждет в этом тумане. Еще тут могилы почему-то прямо торчат из-под земли. Если я выкопаю могилу, надеюсь, ничто не встанет оттуда, а? Загушенная, кто засушенная щупальца, нафиг ты мне нужна, лежи здесь. Мне самое главное сейчас собирать золото, потому что важнее этого нету ничего. Копаем. Топливо ужаса, вот, и с топлива ужаса мы сможем ее похилить, вроде, а, или нет. Или сделать цветок можно вроде с топлива ужаса. Дальше. Нет, это то, что мне не нужно. Эбигейл, ты должна мне помочь, давай. Это по твоей части, это как бы твой там родственник, я не знаю, кто это. Она не может его атаковать, нет. Ладно, мы сделаем это сами. А, мы делаем это лопатой. Нет, почему мы делаем это лопатой? Атакуйся. Знаете, что-то не так с моим интеллектом. По-моему, мы скоро рано или поздно так шизанемся. А еще выкапывать могилы нам не особо нравится. Давайте пока что забьем на все это дело и просто пособираем золото, которое тут есть. Надо бы просто где-то отметить это на карте, это место, чтобы я не забывал о нем. Так что пойдемте пока просто пособираем цветочки, иначе мы так реально шизанемся рано или поздно. А, блин, у нас уже кролики шизанулись. Вы только посмотрите, во что превратились наши кролики, и нам еще кто-то что-то шепчет. Можно не надо, пожалуйста. Слишком страшно. Мы еще можем поднять копье. Откуда у нас столько всего? Блин, да. Тут слишком много всего классного. Вы только посмотрите. Давайте глянем на карту. Если мы глянем на карту, то мы можем увидеть здесь. Блин, здесь есть просто все, что нам нужно. Здесь есть камни, здесь есть лес, здесь есть больше ни хрена. Здесь есть огромный лес, и здесь есть червоточина. Здесь есть просто все, что нам нужно. Все, мы селимся здесь. Наш дом будет где-нибудь здесь, но пока что мне лень его строить. Мы можем поднять какую-то фиговину. Я не знаю, что это, и вроде как это никак не работает, так что пока что забьем. Можем поднять всяких гномов. Нафига мне это нужно? Мне нужно просто собрать немного цветов. Так.
слушай, Эбигейл, или как ее там зовут, это вроде наша подружка, ее так зовут, пойдемте, пожалуйста, этот, немножко пособираем цветов, иначе нам очень плохо, нам нужна просто полянка. Иначе тут такие звуки, как будто, я не знаю, мы уже в хоррор какой-то попали, а не куда-то еще. Блин, у нас есть пробка, и она пишет, что хочет очень принять ванну. Но ванну принять мы не сможем, так что пробка пускай лежит пока что здесь. О, у нас же есть Честер, точно, а че я парюсь-то? Топливо ужаса, пошло вон. А если я этот костеглаз отдам Честеру, что будет? Честер, я надеюсь, ты не убежишь. Пускай он будет пока что у него. Ты же теперь мой, да, еще до сих пор? Хорошо. Остается просто собирать цветы. Давайте немножко побегаем, до конца дня пособираем цветы, чтобы совсем не шизануться окончательно. Какого-то хрена сохранение сейчас прошло. Что происходит? Почему сохранение проходит? Пока еще день не закончился. Это как вообще? А, кстати, я прозевал своего Честера. Вы только посмотрите, блин. Так вот что будет, если я возьму этот костеглаз и положу в него. Он просто не будет сдвигаться с места. Он просто будет ждать меня на этом месте. В принципе, мы можем использовать его как сундук, но, по-моему, это туп. У нас еще нет ничего для костра. Эбигейл, уходи! Стой! Подождите, что? У нас есть только кострища. А куда его поставить? Кострище? Нет! Мы сейчас сдохнем. Она убегает от нас. Я хотел, чтобы мы от ее света просто стояли рядом и как бы жили спокойно. Она убегает от нас, тварина такая. Я думал, она нормальный друг для нас, а она оказывается для нас враг. Она не хочет ничего. О, мы можем ее смотреть. Ну-ка, идти. В смысле, мы с тобой... Куда ты убегаешь от меня? Ладно, нам нужно что-то пожрать. Что у нас есть? Мы должны сожрать просто все, что у нас есть. У нас есть лягушки и... У нас есть лапки лягушачьи. Мы можем все это захавать. А еще мы можем захавать семена. Хорошо, что нашего Честера не надо кормить. Если бы я положил в него еду, то, возможно, он бы все сожрал. Так что пока что мы не будем рисковать. И чтобы не сдохнуть в первый же день нашего выживания, мы должны собирать цветы. Иначе мы уже практически сдохли. Если я прыгну в эту червоточину, то нас уже будут преследовать совсем плохие дядьки. Еще и как назло ни одного цветка. Вообще ничего нету. Один цветок, наконец-то. А, я просто их пропускаю, что? Я надеюсь, что эти цветы, они сами будут вырастать. Потому что, если эти цветы не вырастают, их нужно сажать, то это будет очень плохо. Я могу их посадить? Я их даже не могу посадить, понимаете? Я надеюсь, что они все-таки вырастают. Нам нужны грядки, чтобы сажать эти цветы. Иначе совсем скоро они закончатся. Я не знаю вообще, как часто они вырастают. Это еще что такое, нора? О, кролик стал нормальным. Все, нам уже стало хорошо. Осталось собрать еще пару цветочков, и все замечательно. Все, ну все, разум у нас за сотку. Как бы, так что все нормально, мы уже не сходим с ума. Так что теперь мы можем просто собирать ресурсы, ходить и делать непонятно что, наконец-то построить исследовательскую машину. Для начала мне хочется просто найти место, в котором я смогу построить исследовательскую машину. Я хочу найти место, где смогу построить дом, построить стены, потому что я ни разу не строил себе нормального и адекватного дома. Я никогда не селился в каком-то месте, я всегда только умирал. Это единственное, на что я был способен. Так что сейчас наша цель хотя бы выжить до 30-го дня. До 30-го дня без откатов и без всего такого. Я хочу выжить своими силами, ну как, силами нашей подружки. Она будет сражаться за нас, она будет делать за нас все, что нам нужно будет. Я буду стоять просто сзади и наблюдать за этим. Интересно, она может поймать кролика? Смотрите, ну-ка. Иди лови кролика. Иди. Ну, какая она злая. Блин, кролик от нее тоже убегает, ладно. Понятно, так не получится. Все, мозг у нас стал совсем огромный, вы посмотрите. Мы разом поумнели, но просто перестали сходить с ума. У нас уже 25 лепестков. И даже если нас как-то раздамажит, то все будет нормально. Я могу, кстати, тебя похилить. Ты не можешь поесть, да? У нас есть лечебная мазь, мы можем сделать... Лечит порезы и ссадины. Вряд ли, конечно, у призраков могут быть порезы и ссадины, но, возможно, так мы можем ее похилить. Хотя пока что ей вроде как нормально. Может быть, она сама хилится, не знаю. Я что-то забываю смотреть на карту, я вообще забыл, где я нахожусь сейчас, где... Где то место, которое мне понравилось. Мы поселимся где-то вот в этом вот месте, рядом с болотом, кладбищем, травой, буйволами и еще где-то. А, буйвол это здесь, а блин. Давайте тогда поселимся где-нибудь на болоте, вот здесь, вот я не знаю, сейчас мы вот до сюда дойдем. И глянем вообще, что у нас тут есть. Ну, естественно, по дороге мы должны немножко подготовиться, иначе, блин, мы сдохнем так зимой без дров. Нужно ее как бы нарубить все это дело. Мы, конечно, сделаем потом при помощи алхимической машины камушек, с которой мы сможем бегать где угодно, в холод, в жару и вообще всегда, но сейчас нужно как-то запастись дровами. А, кстати, да, нам еще надо пожирать. А жрать-то у нас нечего. А, у нас есть 8 лягучачьих лапок, да. Мы сейчас их захалываем. Где я вообще, блин, я потерялся. Вы где это? Мы в болоте. Нет, болото мне не нравится. Я хочу поселиться где-нибудь здесь. Мы можем фармить здесь пауков, бифала и лес. Да. В принципе, мы, кстати, до сих пор не расследовали все это место. Вы только представьте... Алтарь! Алтарь! Это то, что нам нужно. Мы же сдохнем рано или поздно.
Отлично, теперь у нас будет второй шанс. Мы теперь не сдохнем, как обычно. Ну, даже если мы сдохнем, как обычно, то мы сможем здесь встать. Замечательно. Сейчас единственное, что я хочу найти, это то, что обычно бывает в таких местах. Это вот эти вот большие каменные постройки, в которых мы можем поселиться и не строить ничего своими руками. Но, блин, походу здесь такого нету. Я уже дошел до того момента, где я был. И здесь пауки, атаковать. Пошла, быстро, давай, злая какая. Паук просто не понимает, что происходит. Что за световое шоу? Атаковать их всех, давай, пошла месить. Но тупо всех разом их месит. Да куда ты уходишь? А, я тебе тут хилю, а ты убегаешь. О, она может хилить даже это? Да ладно. Ну-ка, давай посмотрим, как она это сделает. Ты реально просто порушишь его? А в смысле, что ты перестала-то? Давай, смерть настигнет тебя. И что происходит? Вот что происходит. У нас не хватает для костра ничего. Давай собирать. Паутина. Паутина нам не нужна, в принципе. Ну ладно. Возьмем паутину и положим в честера. Спрятать. В принципе, мы уже сейчас находимся в том месте, в котором я хотел поселиться. Я тут очень хотел поселиться, но тут вроде как раньше были бифалы. А где они сейчас, я их не могу найти. Куда ты тварины делись? Тут есть огромный лес, в котором мы будем фармить себе древесину. И самое главное, потом засаживать ее обратно, иначе мы так через дней 10-20 уже останемся без половины леса. Тут еще так удобно, вы только посмотрите, идет тропинка, она бежит вот так вот, она бежит до сюда, и она бежит прямо до кладбища, через кладбище, и потом бежит непонятно куда. Возможно, она ведет в какой-то город свининный, но для меня это пока что быстрый способ перебираться здесь, скоростной экспресс. Самое главное, знаете, что наша подружка, она может отвлекать на себя внимание. Даже если на нас нападут вот эти вот волчары, собаки, которые обычно нападают после дня 8 или когда-то там, я не знаю, то они просто, знаете, они сагрятся сначала на нее, а не на меня. Вот это вот самое главное ее преимущество. Нас хоть не покоцают, потому что мне написали, что вот эта девчонка сражаться вообще не умеет. Ну что ж, а мы бежим куда-то сюда, вот ищем бифала. Вот они. Здравствуйте, мои дорогие. Где-то здесь скелет был. Да, здесь у нас даже уже есть все, что нам нужно. Здесь мы можем охотиться на бифала и жрать их. Мы уже перебежали эту тропинку, вот отстой какой-то. Так, сейчас мы где-нибудь разведем себе дом. А возможно даже здесь. Ну-ка, насколько хорошее это место? Здесь есть лес, здесь есть все, что нам только нужно. Да, здесь будет наш дом. Здесь немножко грязновато, но ничего. Так что здесь мы можем поставить научную машину. Замечательно. Мы стали немножко умнее. Наш разум растет рядом с ней. А если мы отойдем... Ничего не поменяется, мы просто растем разум. Замечательно. Ну что ж, все, в принципе, начало положено. 7 дней прошло. Подружку мы призвали, и мы пока что не сдохли. Это самое главное достижение для нас. Так что можно пойти спать. И тогда мы уже в следующий раз сможем все это сделать. А наконец-то пойдем и добудем еще золото. Сделаем себе термальный камень, чтобы мы не сдохли на 15-й день. А то дальше 15-го дня, насколько помню, я не выживал. И зимой-то я вообще никогда не мог выжить. Здесь мы себе сделаем огромный дом. Нарубим целую кучу дерева и сделаем себе вокруг себя кучу. Замечательно, будем выживать как можем. А еще обязательно мы отловим зайцев. Посмотрите на эту сочную тушку. Мы сожрем ее. Хаешки, друзья, с вами, как всегда, Алекс, и огромное вам спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Ну, а если вы досмотрели его до самого конца, то, возможно, оно вам понравилось. И если это так, то обязательно влепите под ним лайкос, чтобы поддержать мой канал. Также я стараюсь как можно чаще выпускать свои видео, и если вы не хотите пропустить следующее, то обязательно подписывайтесь. Ну, а еще хочу вам напомнить, что я отвечаю на каждый ваш комментарий, так что пишите, задавайте вопросы, а также обязательно подсказывайте мне что-то по игре, помогайте, потому что сам я не особо разбираюсь до сих пор. И, кстати, это далеко не первое видео по этой игрушке, так что обязательно гляньте те видео, которые уже вышли на моем канале. Что ж, ну а я думаю, что постараюсь и как можно скорее выложу следующее видео. Ну а сейчас мне пора идти, и с вами, как всегда, был Алекс. Всем удачи, всем пока.